Привет, мои хорошие! Всем самого прекрасного дня! Вот у меня... Сейчас я буду готовить куриные котлетки. Я сейчас опять перешла на правильное питание. Периодически со мной это случается. Просто как бы... Не хочется, чтобы море вышло с берегов, когда я поеду. Поэтому нужно правильно питаться. Сбросить веса надо. Что тут уже говорить? Поэтому для этого ничего сложного не надо. Просто кушать правильно. Кушать, есть. И все у вас будет хорошо. Сегодня я буду готовить котлеты в пароварке. У меня есть филе куриное. Я вот достала мясорубку. Сейчас это все перемелю, перемолю. Что я сделаю вообще? И дальше будем формировать котлетки. Итак, у меня получился такой вот фарш. Здесь две луковицы средних и два яйца. Сейчас я это все вымешаю, добавлю соль, перец, приправы, то какие любят по вкусу. Выйму сейчас пароварку, поставлю сюда на место этой мясорубки. Сложу мясорубку. Боже, какая она классная. Это новую мы купили. Просто она как заглатывает все. Мне кажется, она все перемолоть может. Такая классная. Она здесь... Ну, конечно, кто это будет делать? И колбасы, все насадки, и нарезки, и шинковки, и все, что ты только хочешь. Ну, офигенная. У меня и предыдущая борщ была. Ну, было еще то поколение борщ. А это, ну, прям супер. Вот, сейчас я буду вымешивать. Так, смотрите, друзья, вот я вынула пароварочку свою, в три этажа выставила, потому что, ну, достаточно много будет котлеток. Вот, мне нужно сейчас водичку сюда добавить, чтобы она не пищала. И пока она будет нагреваться, я буду формировать котлетки. Какой старый клип, да? Тебе не дам звонить твоим друзьям. Ну как ты там? Так, ставим курочку. Ну, дополнительное время просто надо будет потом добавить. Вот такая у меня получилась пирамидка. Внутри котлетки я добавила немножечко, потому что пока там вода разогреется, пока начнет это все кипеть, будет недостаточно 20 минут. Вот, фарш получился такой немножечко, как бы можно, может показаться бы и жиденький. Кто хочет, можно добавлять овсяную муку. То есть самой перемолоть или на кофемолке, или в блендере овсяночку. Это тоже очень полезно. Но я хочу, чтобы они были именно куриные. Именно такой, протеина, чтобы больше было. Овсянка – это все-таки углеводы. Я хочу углеводы оставить для чего-то другого. Даже просто утром овсяночки там 40-30 грамм отварить. В сухом виде 30-40 грамм. Вот. Пусть лучше это я буду знать, что это чистая курица. А для углей у меня будет отдельное какое-то блюдо. Надо стараться меньше углеводов есть. Это очень-очень хорошо способствует похудению. Потом сделаю рыбные котлетки. Ну, конечно, уже не сейчас и не завтра. Завтра, кстати, я записалась на первую пробную тренировку Fit Curves. Это есть во всем мире, это американские, по-моему, технологии или европейские, неважно. В каждом городе, в каждой стране есть фиткурс, и в Кировограде есть, и, ну, естественно, во всех больших городах. Также есть и в Стокгольме. Но здесь по-европейски, все же по-шведски, вы должны записаться сначала, потом вам назначат время. И вы идете на пробную тренировку, бесплатную. Поэтому завтра я во сколько?
На 11 я себе забронировала время. Пойду посмотрю. Тут на сайте надо регистрироваться, вносить свои данные, номер ID, телефон, боже, имейл. Ну, короче, все данные. Ну, то ради бога, я шу, мне жалко, я же не шпион какой-то. Записали, значит, на завтра пойду. Если разрешат поснимать, поснимаю, покажу, как выглядит у нас Fit Curves. Ну, я думаю, везде одна система. Круговые тренировки, там план питания. Ну, мне план питания, я сама знаю, что надо есть. Я когда ела, у меня было правильное питание. У меня даже в Одноклассниках целый раздел посвящен фотографии. Рецепты, там я и тортики делала, всякие десерты. Естественно, с сахарозаменителем, там КБЖУ высчитывалось. Я тогда похудела очень хорошо. А потом все опять, пошла жара. Выпить, покушать, погулять. Жизнь одна, знаете, постоянно находиться в режиме ожидания. Не, не мое, не. Мне это сейчас и много, и счастья, и всего. Поправились, похудели, елки-палки. Ну что, зациклиться постоянно. Я не могу, мне это сложно. Постоянно находиться в режиме, шаг влево, шаг вправо, не. Ну, может быть, это и неправильно. У каждого своя жизнь, и каждый правильно живет именно свою жизнь. Для каждого правильно именно то, что нужно ему. И указывать, рассказывать, осуждать кого-то или навязывать свое мнение, это глупо и вообще никому не надо. Я живу так, как хочется мне. Завтра съезжу туда на тренировочку, съем куриную котлетку. Но я уже минус килограмм. За день правильной жизни. За два. Вот. А там буде видно. Буде видно. Поживем, увидим. Мои хорошие. Не знаю. Дождаться, показать вам котлетки какие будут. Ну, подождем, если видео не сядет. Значит, и пока не прощаюсь. Мои хорошие, смотрите, как они уже побелели. Сейчас покажу вам. Видите, они уже почти, ну как, можно сказать, почти готовы. Значит, что сюда входит? Фарш из куриного филе, две луковицы, соль, перец, все. Более диетического блюда я не встречала. Я развернула, потому что пар выходит из этих дырочек, чтобы он вверх шел, сюда может. Вот такие вот котлетки. Вот я сняла нижний, самый-самый первый этаж, который я выкладывала. Осталось теперь два этажа. Ну, я думаю, пару минут, и уже все можно будет снимать. Итак, мои хорошие, смотрите, что у нас получилось. Получились вот такие прекрасные куриные котлетки. На вид они, конечно, Роберт мой такое в жизни есть не станет никогда. Он мне скажет, даже если придется тебе меня убить. Он такое говорит о гречневой каше. И о том, что готовится в пароварке. Ну вот любит мужчина вкусно есть. Сейчас я ему буду отдельно готовить. Конечно, мне это немножко головняк, но ничего страшного. У меня есть чем его накормить. Вот такие вот получились куриные котлетки. Абсолютно диетические, ешьте их на ночь, ешьте их целый день, и вы будете только терять вес. Во-первых, там очень много белка, протеина, они полезные, и диетические, ни грамма жира, ничего, все готовилось. Ну, конечно, теперь мыть мне, блин, столько, я поэтому и так не люблю ее готовить. Видите, мне теперь вот это все надо вымыть. Вот это я уже замочила, вымыть надо. Не знаю, можно ли это... в машинке засунуть. Ну, короче, сейчас щеточка. Она же не жирная просто. Ну, короче, ничего. Сейчас быстренько все организую. Ну, вот так вот. Приятного аппетита всем. Пока-пока.